К развитию спорта в Школьнинском сельском поселении и местные жители, и сельская администрация относятся со всей серьезностью. Только в селе Школьном дети и взрослые занимаются волейболом, баскетболом, футболом, теннисом, единоборствами. Благодаря поддержке районного управления по спорту и администрации сельского поселения в настоящее время в Доме культуры села Школьного ведется ремонт спортивного зала. Полностью заменят доски пола, проведут косметический ремонт внутри зала. В кабинете спортинструктора за внебюджетные средства вставлены пластиковые окна. В перспективе отремонтированы будут и раздевалки в помещении. Здесь помочь обещают все то же управление по физической культуре и спорту Белореченского района.